Так, у нас сегодня шкафчик будет здесь стоять. В окантовочке будет. И в этом шкафу еще будет морозильная камера стоять. Он состоит из двух частей. Здесь вот под морозилку еще надо будет переделывать. И вторая часть. Он с двух, чтобы было удобнее. Если один цельный, неудобно накручивать. А, они же его не сделают, он по 3 метра. Вот так из двух частей. Вот все. Так, у меня все в рюкзаке, так я сегодня далековато. С собой по инструменту взял. Ну вот что. Взял сеточки вот такие вот белые. И взял еще вот такие вот маленькие. Чтобы в шкафу двери здесь сделать. И вверху фальша, чтобы воздух проходил. Ну все буду показывать, рассказывать. В принципе, так. Так, чтобы разбирал верхние эти, типа минификсов накрутил под замки. Теперь мне в первом шкафу, где будет стоять морозильная камера, надо полки уменьшить и в крыше сделать отверстие, чтобы снизу заходил и вверх тогда выходил. Чтобы думал сделать в двери отверстие вверху и внизу. Получается, снизу зайдет, а здесь же в полке будет вещи что-то стоять, как оно будет выходить. И добавок тогда в полке надо будет отверстие. Лучше уже через верх тогда будет выходить. И сейчас полочки. Вот так на 5 сантиметров полочки подрезаю. И потом буду думать, как еще задничек прикрепить. Так, ну что. Собрал на полах здесь посередине бугор. Сейчас, если мне не хватит приподнимать шкаф до балки на этой, то буду ножки эти снимать, что-то другое подкладывать. Там то же самое. Вот оно уходит. И с этой стороны полку эту не ставил, так как она будет по-другому. И сейчас покажу. Залезу. Правда, это я все с кусков лепил. Вот такой у меня канал получился. Я планочки накрутил, те, что с полок обрезал. Ну и наклей посадил, чтоб задник. И тут ровно 5 сантиметров под воздух. Пока такая стадия. Так, ну что, я не снимал. Весь день у меня ушел. Осталось двери, и в дверях надо сеточку вырезать такую же. Вот так у нас получается. Наверху сеточка. Здесь под самой натяжной. Снизу плинтус. Все, сейчас дверки, потом же сделаю включение. Кстати, да. Шкаф вообще не ладился. Еще и тапочек порвался. Вот так. Там я выпилил под провод. Там потом коробочка станет. И там коробочка станет. Там вот. И там коробочки станут. Как раз под них сделано. Так, ну что, вот такой вот шкафчик. Ну и тапочек. Не знаю, как еще домой добираться. Так, все, в принципе, все повыставлял, открывать, но я смысла не вижу. Все вам показывал. Насчет той секции, где морозильная камера, не надо ничего писать. Я монтажник. У меня пришел заказ на монтаж, я смонтировал. Все, там сеточка, так как две сеточки. Ну, можно бы... Я здесь поднимал по максимуму, чтобы еще зазор был. Можно было бы насверлить бы. Да? Ну, чтобы уже сеточка здесь, и там все стояло. Все, в принципе, на этом. Новый день. Сейчас мне на другой адрес, опять же туда. На эту, как у нас, северная сторона на катере. По адресу, что был. Вышло мне 7500, потратил много времени, очень много времени у меня ушло из-за полов. Получается, стены выровняли, потолки натянули, а полы деревянные просто на них настелили, ничего не выравнивали. Фанеру настелили и положили ламинат. А ножки я сильно не могу отрегулировать. Промучился, ушло очень много времени. И как бы все не ладилось. То тапочек порвется, то пилочки поломаются на лобзике. Ну, вообще не мой день был. Ну, главное, чтобы все сделалось. Я уже не сколько там шкафчик. Добавил глубина шкафчика 750. Блин, и как бы его повыставлять по этому полу.
как раз где, если был бы 600, было бы хорошо. На 7, так, как 750, как раз там бугор. И вот это я промучился. Все, сейчас у нас с вами будет шкаф четырехдверный, но там еще есть комод и туалетный столик. Типа как комод и туалетный столик заказчик сам собирает, а шкаф типа он собрать не может. Но это как мне магазин заявку прислал. А там может будет договариваться, чтобы я типа дешевле собрал. Ну, все увидим. Так, по шкафам. То, что вот тот шкаф столько, то шкаф столько, то не я цены назначаю, мне назначают цену. Я могу только добавить, когда что-то идет, выпилы в шкафу, допустим, какие-то планочки, на этом могу добавить. В остальном я ничего добавлять не могу. Как мне написали, так и мне брать денежку. Так, шкафчик у нас здесь будет стоять. Распаковал фасады, чтобы проверить, зеркало целое или нет. Доставка не делает это. Заодно сейчас петли накручу. И пачечка у нас такая вся. И тут еще кому-то туалетный столик. Так, что накрутил. Фасады собрал, ящики собрал. На все накрутил. Шкафчик собрал, открывать уже не буду. Комодик и туалетный столик. Так, ушло у меня 3,5 часа. По заработку 6 тысяч.